Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас вечерняя прогулка. Ах, он этот июль. Такой жаркий. Следующая неделя, говорят, еще будет жарче. Ожидается. Трава уже желтая, горит. А мы на прогулку. Вечером хоть как-то можно дышать. Некогда нам даже погулять, Ларуська. Ну вот сегодня будем до вечера ходить, бродить по природе. Приглашаю всех с нами, кто любит наблюдать за природой, как что изменяется, что как происходит. Наш старый сад, любимый. Я его очень-очень люблю. Восхищаюсь его силой, жаждой жизни. На отдельных, очень редко деревьях есть яблочки. А в основном нету опять. Цвёл. Некоторых щедро прям яблок. Раечка какая-то, варенье варить. Ну, это очень редко. Пойдем? А тут тропиночка. Это здорово. И мы по тропиночке. Кто-то ходит сюда постоянно. И мы по этой тропиночке. Мы по бездорожью с Лариком. Правда, мы очень редко. У меня очень много работы. И вон еще яблонька в яблочках стоит. И на этих вот есть. Где нет? В основном нет. А потом раз. Жарко, даже Ларик не бегает. Хотя мы, у нас наша прогулка еще только начинается. А он уже такой спокойный. Или повзрослел. Но я думаю, что очень жарко. 7:00. Жара.
Эта веточка вся в яблоках. Как она живет? Или это она уже по-новому отломалась? Ну, листья не вялые. И вся в яблочках. Вот это меня и восхищает, и поражает в этом саду. Такая жажда жизни. Я тоже взяла эту вершину. Ларик прямо взлетел на нее, а я уползла. В лесу тень, гораздо прохладнее. Красивая картошка. Поле красивое. Должен быть хороший урожай. Потом кукуруза идет. Ларит тянет. Стой. Ой, Ларик. Здесь васильки, Ларик. Наверное, ничего не растет, полоса. Пойдем по этой полосе. Красивая, ничего тут не растет. Васильки. С одной красавица картошка стороны, с одной кукуруза. Класс. Дорожка все становится уже и уже. Между кукурузой и картошкой васильки. Прошлись по васильковому полю.
А тут совсем ничего нету. Не посажено. Видно, что низ, по всей вероятности, сюда по весне нельзя было заехать. Поэтому пустует. Может, уже что посадили, посеяли. Вроде трактор работал. Или готовят. Пойдем искать воду. Ларе жарко, еле дышит. Правильно, вода в той стороне. Должна быть или хотя бы какое-нибудь болотце, копытце, где напиться можно. Пойдем искать воду для Лари. Молоденькие такие березоньки, стройные. Скоро будет лес. Не успеешь оглянуться. Сухие травы. Еще чуть-чуть и будет как осенью. Уже сейчас. Боже, сколько их. Какое-то собрание. Аист прям на меня летит. Что это с вами? Что за собрание? Наверное, маленьких учат летать. Потому что и меньше, и больше птички над березками. Ларе, водички-то попить можно тут все равно. Не хочешь?
Ларик опять лужицу нашел. Да. Воды все меньше и меньше. Уже болотца такие маленькие пооставались. Такие красивые. Не успела. Одна туда полетела, одна туда. А тут есть вода. Боже, живительная влага. Можно жить. Возле воды можно жить, Ларри. Боже. Чистенько. Хорошо, наверное, тепленькое. Белую цаплю я, и звонок, и Ларик мне испортили снять. А я уже узнала. Вот она была там на другом углу. Я спрашивала, и мне рассказали, что это белая цапля, в глубинце живет белая цапля, они почему-то по одному вроде. Ой, что я вижу, берега, что ли, обкосили? А, это, может, коровы, да коровы с той стороны не ходят. Почистили немного эту речку. В общем, хорошо, свежо, возле водички. Давай еще прогуляемся по речке. Против солнца только идти нам. Всегда идем к солнцу мы. Птица большая полетела. Не знаю, кто. Вот такое купание. Ну, хоть так немножко освежился. Поэтому и птички
кричали. Давай, пробуй. Может, больше не окажется воды. Вот так, молодец. Вот. Давай, плавай, давай, давай, давай. Нет. Там что-то происходит, гость напугал. Полетела. А чего же она с тобой не летела? Я думала, она ранена вообще. Или это она тебя так отвлекала? Ах ты мой хороший! Ах ты моя маленькая! Да она тебя так отвлекала от своих деток! А я уже испугалась за уточек. Она как будто раненая тут плыла, плыла и била крыльями. Это она Ларика отвлекала от гнезда. Ой, вы мои хорошие, вот она летит обратно. Да мы не будем вас обижать. Ну ты молодец. Ты молодец. Ты хорошая птичка. Ты молодец. Как интересно. А я думала, с птичкой что-то случилось. И Ларик ее обидит. Вот она опять плывет. Опять, опять сейчас будет круг давать. Наверное, там ее детки. Птичка, мы не будем, мы домой идем. Мы не будем тебя обижать, не будем. Не будем, моя маленькая. Сейчас она кружочек облетит и опять прилетит. А я думала, там раненая птица, и Ларик сейчас ее съест. Надо же, какая отважная мама. Ларик у нас обезврежен, на поводочке. Мы никого не обидим, даже если увидим маленьких. Вот Ларик на поводочке. И птички уже нету, наверное, мы уже прошли гнездо. Это она нас сюда привлекала, к этому месту, чтобы мы ушли подальше от гнезда. Я знаю, у них гнездо вон там, вон в той траве, еще с весны. Мы их там видели.
Немножко посвежело. Только теперь можно и гулять. Что-то видеть, смотреть. И то не посвежело, а просто не так жарко, как в начале было. Тарахтит. Ларик бежит к нам. Иди сюда. Ты где? Не, не хочет. Разрядом. Тогда вперед. Нас должны встретить, Ларри. Но спешить не надо, так как ты. Иди сюда. Ой, ты мой хорош. Спокойным шагом, Ларри, не бегом. Машина тут, Ларик туда. Ларик назад. Догоняй. Не так сориентировался, Ларик. Не туда побег. Ларик грузится в машину. Привет, Ларёк. Домой. Спасибо всем, кто были с нами, с Лариком гуляли. До следующей встречи. До будущей прогулки. До следующей.